Итак, вот такие 4 готовые работы. Буквально утром я закончила эти носочки. Давайте про них расскажу. Это носочки для племяшки из пряжи Drops North на размер 26-27, так как у меня ножки рядышком нет, вязала по таблицам. И еще вот такие есть, связала носочки. В общем, и здесь у меня 48 петель. Не знаю, так как не могу примерить, решила сделать эти, может быть, чуть-чуть будут побольше, пошире, но вязала их нерегулярной резинкой 3х1. Я вам уже говорила, да, о том, что если не знаете, как сядут носочки, переживаете, да, лучше связать их резиночкой вот такой, ну, там, или 3х2, в общем, как захотите. Но я люблю вязать 3х1, то есть она из резинки хорошо переходит. У меня были остаточки от носочков, и, в общем, один остаток вот этого цвета туман я использовала полностью. У меня еще есть небольшой остаток. Это такой вот темно-зеленый, темно-серо-зеленый цвет у меня еще остался. И, в общем, использовала вот такие яркие, скажем, акценты в резиночке. Это по мотивам Cabin Socks, да, как вязала Вера с канала Вера Нитин подкаст. У нее там, конечно, такие очень красивые длинные гольфы, черные с белым, и тоже яркая такая полосочка розового цвета. Я, в общем, решила тоже как бы немножечко, скажем так, также поступить в этих носочках. Всего лишь 2 ряда связала красной нитью, такой яркий акцент. Здесь я связала пагалинок полностью методом хеликс. Пяточку, перешла на пяточку, отрезала нить и полностью связала голубым таким цветом. И мысочки тоже связала контрастным. Мне очень нравится, как они получились. Я их не стирала. Мне сейчас предстоит пойти их отправить. Некогда стирать. У нас очень холодно. По ощущениям, утром писали -31 градус. В общем, поэтому в срочном порядке вчера связала один, утром связала второй носочек. Довязала, вот, и сейчас пойду отправлю. Сестра у меня живет на другом конце города. В общем, мне службой доставки быстрее отправить, чем дождаться, когда я или она ко мне приедут. Вот, эти носочки уже постираны. У меня нет блокаторов для такого размера маленького. Ну и, в принципе, как бы особо он не нужен. Я вчера была в Леонардо и могла, конечно, купить. Там есть на размер этот 400 с чем-то рублей стоит блокатор. Но я, во-первых, у племяшки нога растет. И, во-вторых, не планирую вязать такие маленькие носочки. Поэтому я их не купила, хотя я в руках их покрутила, посмотрела. И, в общем-то, решила не брать. Вот, они вот такие вот получились. Я, то есть, просто постирала, разложила. Ну, вроде бы они даже немножко заблокировались, как эти с блокаторов. Это пряжа, напомню, которую мне дарили из магазина Yarn Emma. Это вот такие вот были два кейка. И вот из одного я связала. Я не подбирала секции, абсолютно вязала, в общем, как есть. Если честно, не знаю, сколько ушло. Давайте мы с вами их взвесим. Ну, 33 грамма носочки весит. Кейк был 100-граммовый. Ну, 66, то есть 99, 1 грамм, скажем так, это пусть будут кончики. Вот, а эти носочки из Drops North весят 37 грамм, 2 носочка. Вот, то есть вполне на детские носочки из остаточков можно связать вот такие. Мне очень нравится, как получились, такие какие-то они веселые, интересные. Я надеюсь, что мои племяшки, они тоже понравятся. И вот эти тоже забавные, просто эти потоньше, здесь в 100 граммах, это пряжа 100%, по-моему, шерсть аркабалена. И она тоненькая. Вязала я ее на спицах номер 2, эту вязала на 2,25, чтобы они были поплотнее. Плотненькие, конечно, если еще их постирать и не распушаться, но уже некогда мне стирать, уже будут носить, потом сами постирают ручками. Вот, вот эти мне очень цвет понравился, то есть здесь можно проследить, что
повторяется этот цвет от желтого, да, то есть вот такими полосочками, скажем так, вот повторяется от желтого, полосочки идут такие фиолетово-зеленые с голубым, и опять идет желтый, то есть вот так они повторяются. Вот ей хорошо будет в сапожке гулять, я надеюсь. Ну, в общем, если подойдут, может, если не подойдут, то тогда она мне их вернет, может быть, там довяжу. Абсолютно они одинаковые, а может быть, вот эти чуть-чуть побольше. Вот, здесь тоже 48 петель, но только на спицах номер 2, пряжа потоньше. Здесь норд 48 тоже петель и резинка. Если бы, конечно, связала не резинка, они бы были пошире. Вот, ну, в общем, с детскими носками закончили. Далее у меня вот такие вот красавчики. Это пряжа, которую я покупала. Вот она. Кстати, если честно, я не взвешивала, сколько у меня ушло. Здесь тоже было 100 грамм. грамм весит. То есть у меня ушло 39 грамм на носочки всего. Очень здорово. Вязала я их вот с таким узором. Кстати, сегодня утром буквально видела, что полностью таким узором связали новогодние носочки. Классно смотрится. У меня единственное, вот здесь, конечно, размазалась нить светлая. Вот, но вот так. Все равно мне нравится, как они смотрятся. Здесь я, у меня вообще идеально получилось, что я тоже не планировала заканчивать, вернее, подбирать секции, но у меня получилось, что нить закончилась, и, в общем-то, если посмотреть, они получаются вот вообще прям идентичны, но только вот здесь, это был второй носок, почему-то получилось больше красного. Где-то, значит, какая-то полосочка была поменьше, хотя по рядам они связаны все идеально. Это носочная пряжа, кальцитерия и Alize Super Wash. Вот здесь у меня такие вот косички. Здесь я сделала левый и правый носок, если посмотрите, вот так внутри. То есть, чтобы их когда одели, вот этот стык, он был внутри. А здесь были красивые косички. Связаны на размер 37-38. Так, эти носочки я вязала у меня тоже из пряжи Alize Super Wash белого цвета, был остаток. И вот такой у меня один мосточек. Я, если честно, думала, что я его извяжу. Абсолютно у меня это не получилось. Сейчас посмотрим, сколько у меня осталось. Вязала методом хеликс, как видите. Я, честно, думала, что я его извяжу, этот моток. Но у меня еще 25 грамм, то есть у меня еще на одну такую пару хватит. Извиняюсь, пришлось прерваться. Дочь идет домой, позвонила. Вот, так что у меня еще этого мотка на такие же носочки абсолютно хватит. То есть у меня всего лишь 25 грамм ушло. И вязала их методом хеликс. Тоже не подбирала полоски. Просто вязалась, как вяжется. Вот такие вот они яркие, оригинальные получились. И здесь я сделала мысок звездочка. Если честно, когда связала, мне не очень он понравился. Но сейчас после сушки, да, после блокировки, мне очень нравится, как он смотрится. Да, то есть это вот ленточный мысок и мысок звездочка. Интересно смотрится. Пряжа, на самом деле, если сравнить, посмотреть, то здесь немножко она такая желтого цвета, здесь она беленькая. Это был остаток крайней нити, и, видимо, ну вот такая вот она была, хотя я стирала, пыталась отстирать, и все же она стала желтоватой, но это если сильно смотреть, придираться, так она беленькая и беленькая. Вот, так что тут мысочек звездочка, длинный паголенок получился, и здесь тоже 37-38 размер. Обе пары хочет забрать дочь, но мы посмотрим. Здесь у меня пяточка подкова, здесь пятка бумеранг с клином подъема. Очень мне нравится, как смотрится, когда вот такая вот маленькая контрастная пяточка. Эти хорошо усиленные пятки. Кстати, у племяшки я тоже связала усиленные пятки. Вот некоторые говорят, что зачем вязать усиленную пятку, но у меня именно у племяшки протираются пятки. Вы не поверите. Вот сестра звонит, говорит, опять протерлась пятка. Но мы вязали в прошлом году из пряжи, думали, из шерсти, чтобы ей хорошо было, тепло. Вот они и быстро протерлись. Поэтому в этом году мы связали ей из носочной пряжи. Посмотрим, как
будет носиться, видимо, из-за того, что сапожек туда-сюда, и пятка протирается. Здесь я сделала усиленную узор ячейки. Здесь тоже продолжила, здесь вязала лицевую гладь. Здесь тоже пяточка подкова, не стала вязать бумеранг. Хочу, чтобы вот ей в области пятки было комфортно и не протиралось. Вот такие мои готовые работы. Плодотворные выходные, все закончила. Вот. Так что пойду продолжу вязать. Вам желаю хорошего, носочного, яркого настроения. Хочу поделиться с вами своими покупочками. Ну и хочу начать с книги. У меня теперь тоже есть книга «Гениальные носки». Я теперь тоже счастливая обладательница этого чудесного издания. Сразу извиняюсь, у меня рядом решили попить воду. Спасибо. На Валберис была на нее скидка, и, в общем-то, я не удержалась, решила тоже себе заказать, и ни чуточки не жалею. Книга пришла в отличном состоянии, она еще была в пленке, я, естественно, сразу открыла, не смогла удержаться. Посмотрела, и уже хочу сказать, что по ее табличкам я вяжу носки из реги, шестинитки, просто... Всегда вязала из тоненькой пряжи, но а здесь пряжа толстая. И, в общем, я решила опираться на таблицы, представленные в этой книге. В общем, надеюсь, что у меня все получится. Так как я вяжу на большой размер, на размер 45, а это будут мужские носочки. Я вам уже в предыдущих видео рассказывала, что у нас стартовал еще один выпуск «Вязание на выживание». Это новогодний выпуск. Присоединяйтесь, пожалуйста. Мы в этом выпуске анонсировали то, что мы хотим вязать на подарки нашим друзьям, близким, родным. В общем, вяжем подарки и приглашаем тоже вас к этой чудесной затее. И мы... Напомню, будем дарить открыточки самым активным зрителям. У нас прошлая игра прошла очень замечательно. В отличие от предыдущей, у нас нет соревновательного никакого, да, такого элемента. Мы просто вяжем в удовольствие, вдохновляем вас тоже на вязание. Хочу сказать, что уже пройдясь по хэштегу, кстати, я его здесь оставлю и также оставлю ссылку на страничку в Instagram. Многие подхватили эту идею и тоже вяжут с нами подарочки. Скоро будет отчетное видео. Я хочу сказать, что я тоже вяжу, скажем так, за кадром подарки. Вот, и с вами числа 20 декабря обязательно поделимся. Также мы являемся тайными сантами друг для друга. И сегодня я уже сходила, отправила подарочек от себя. Вот, так что книга замечательная. Не буду показывать вам серединку, так как там содержатся схемы. Очень-очень она... содержательная, тут и манжеты, и виды пяток, и виды мысков, в общем, все-все-все там в начале, варианты носочков, да, какие можно связать дизайна, вот, а далее варианты, как можно связать, в принципе, носочек, везде приводятся схемы к каждому описанию, каждое описание пятки, сколько надо связать рядов и так далее. Замечательная книга, она у меня была только в электронном варианте, но вы же понимаете, что в электронном варианте мы редко берем, открываем, хотя может быть, кому-то и нравятся книги, что можно открыть в любой момент, посмотреть. У меня есть книги в электронном варианте со схемами, такие как «Лидия Клёс» и так далее, там японские узоры. То есть, когда я не могу открыть книгу или, допустим, не могу до нее там дойти, добраться или еще как-то, я открываю на телефоне. Но, конечно, это не сравнится с живой книгой, с этими, со всеми тактильными ощущениями. И как вы переворачиваете каждую страничку с запахом, это, конечно, нечто. Все-таки был когда-то бум, да, на электронной книге, все отказывались от бумажных, а сейчас наоборот мы возвращаемся к этим всем привычным и любимым
ощущениям. Вот, поэтому я себе купила тоже эту книгу. Очень-очень безумно рады, так что если у вас есть желание и возможность, обязательно ее приобретите, вообще не пожалеете. Здесь масса полезной информации. Вот, ну и, конечно же, вы видите перед собой вот такую красоту, эту радугу. Давайте я ее покажу вам поближе. Это будущий джемпер, который меня попросила связать дочь. Как вариант такой новогоднего джемпера, она меня попросила связать и подарить ей радужный джемпер, да, может быть, даже свитер, потому что он получается очень теплый. Сейчас все сидят в ТикТоке, и там тоже есть вязальщицы, которые показывают свои работы. И, в общем, дочке очень понравился этот свитер одной девушки, вязальщицы. И вот как раз-таки он был радужный и связан из этой пряжи, поэтому мы решили не, скажем так, не искать, не экспериментировать, а заказать тоже такую пряжу для этого свитера. И, как видите, я разложила, как по поговорке, да, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И, в общем, мы купили тоже. То есть начинать будем вот как раз вот так вязать, то есть от красного и так далее. Каждого моточка у меня по 3 штучки, я не знаю, сколько уйдет, надо вязать образец и, конечно же, рассчитывать, какой длины и величины будут полосочки. Вот, ну давайте я вам расскажу про пряжу. Это семеновская пряжа, называется она Ровен Фелт. Это ровница, если посмотрите, прям такая хорошая, красивая ровница. И здесь в 50 граммах 50 метров, 100%, как видите, написано шерсть, но еще ее называют пряжа Валя. Вот. И это цвет номер 213, называется кармин. Давайте я каждый скажу. Это цвет морковный 670. Желтый цвет это канарейка номер 216. Зеленый у нас фисташка номер 10. Голубой, просто написано голубой номер 3. Голубой вообще дочери очень понравился. Она говорит, давай потом еще закажем, свяжем вот такой голубой красивый свитерок. Синий цвет василек 180. И фиолетовый это колокольчик 272. Кстати, спицы рекомендуют. Давайте найдем. Вот спицы и крючок 5 от 5 до 6. Вот, так что надо вязать образец и пробовать вязать вот такой объемный радужный свитер. И еще одна небольшая моя покупочка, это носочная пряжа Аделия Джейк, вот такого красивого цвета, номер цвета у нас 23, здесь 75% шерсть, 25 нейлонов, 100 граммах 400 метров. Эту пряжу я заказывала на Озоне, там была акция на 2 моточка по очень выгодной цене. Я купила и один моточек я отправила в подарок. Очень красивая пряжа. Я, если честно, была несколько раз в магазине Леонардо. И, кстати, сейчас в Леонардо скидка на эту пряжу. Я у себя в сторис в инстаграме уже выставляла. Ставлю вам еще картиночку. Я сфотографировала. Но в нашем Леонардо не большой такой выбор цветов. Если честно, такого цвета я еще не видела. У меня есть Аделия Джейк, который белый цвет с такими серыми вкраплениями. Это вторая моя пряжа этого производителя, второй моточек. И мне очень он понравился. Просто посмотрите на этот цвет. Я в магазине такой не видела. Акция, конечно, сразу же... По акции, вернее, все раскупили, но я рада, что я успела урвать. Я прям поставила себе уведомление, что вдруг, если еще появится на Озоне, я обязательно еще куплю. Ну и давайте покажу, над чем я сейчас работаю. Та-дам! Это новогодние носочки. Вяжу я их из пряжи Drops North. Здесь все Drops North. Зеленый цвет номер 19. Красный номер цвета 14 и вот такой вот светло-серый, это цвет 03. Прям вот мне захотелось связать что-то такое новогоднее. Носочек дизайн придумывала сама.
немного приподняла камеру, мне кажется, не весь вмещается в кадр носок. Здесь у меня, если посмотрите, вот такая интересная резинка. Пока покажу вам на блокаторе. Вот, ну, конечно, миллион кончиков, это цена такой красоты. Здесь у меня латышская косичка с белым серым цветом. И далее вот такой узор. Узор я нашла в книге Лидии Клёс. Он почему-то называется вроде бы цепочки, но не знаю, чем напомнила этот узор цепочки, но мне он напоминает, знаете, такие вот бантики на елочку украшают, вешают, вот прям вот эти вот переплетения, да, вот эти жгутики, мне кажется, напоминает, да, вот эти бантики на елочке, еще цвет такой. Пятка подкова, пару рядов серым, далее красным, мысок здесь тоже, я уже дошла до мыска, сделаю серым, и мысок будет красным. Вот, вяжу на спицах 2,25. Вот, и хочу вам сказать, что если вам нравится дизайн таких носочков, вы мне, пожалуйста, напишите. И на второй носочек я, конечно, не подробный мастер-класс, но сложных таких моментов я отсниму, потому что узор, на самом деле, он очень легко вяжется, быстро запоминается. Я начала вчера вечером, и вот на сегодняшнее утро у меня, сегодня четверг, вот такой результат, вообще быстро-быстро вяжутся. Я, если честно, дольше подбирала, смотрела узор, но вот сразу как увидела, поняла, что он сюда отлично пишется. Конечно, в других носочках, у меня увидела дочь, сказала, это будут однозначно мои, я буду встречать в них Новый год. Сын тоже хочет новогодние носки. Я бы немножко изменила, сделала бы резинку красным или серым, или белым цветом, да, но здесь я решила сочетать светло-серый и красный. Наверное, я бы, может, сделала здесь красную резинку, да, после вот такого красивого двойного цветного, да, наборного края. Вяжется это очень легко. Вот, ну, мне очень нравится результат, и, конечно, хочу вам показать вот такую красоту. Маркеры. Эти маркеры сделала мне дочка. Началось все с того, что она у меня плетет из бисера, и она мне сделала вот такого Деда Мороза в виде колечка, а я ее спросила, а можешь сделать маркеры мне такие, чтобы я вот помечала себе вязание. У нее были вот эти карабинчики, и она мне из кольца Деда Мороза сделала маркер. Далее ей очень понравилась идея, и была вот такая лягушка маркер и вот такой рождественский венок. Очень-очень мне нравится вообще. И сейчас ей очень и очень понравилась эта идея. Она хочет делать маркеры. Тем более, если это приносит такое удовольствие ей и мне, почему нет? Вот, так что у меня здесь помечены 20 по 20 петель, по 20 рядов. То есть здесь я уже отвязала 60 и перейду сейчас на мысок. Вот такие замечательные у нас красотульки, маркеры. Вот, ну давайте покажу вам без блокатора носочек, поближе узор. Так, конечно, без блокатора носок выглядит вот так, да, то есть миллион кончиков. И хочу вам показать, вот так выглядит узор. Очень красиво, но согласитесь, это прям вот бантики на новогодней елочке. Ну, правда? Очень красиво смотрится. Вяжу на спицах 2,25. Хочу плотные носки, чтобы были. Узор составляет раппорт 10 петель. Я сначала думала, ну, только 60, но потом я все-таки придумала, как можно сделать на другое количество петель, да, на меньший размер ножки. Конечно, их можно вязать, эту пряжу, на спицах 2,5, как рекомендует. 10, 2,5, 3. Я бы, конечно, не рискнула ее вязать на спицах номер 3. Вязала одной номер 3 только свои тыквенные носки и резинку, потому что там она была такая двухцветная, как бы таким жаккардом, да, протяжками, поэтому вязала на спицах номер 3. Вот, вообще очень здорово выглядит, стопа лицевой петлей, и по пагленку тоже красиво, вот так будет пяточка потом и пагленок смотреться. Мне нравится,
вообще, я в восторге, если честно. Я не знаю, есть ли у кого-то еще такие носки с таким узором. Я не смотрела, я взяла просто книгу, ничего не искала, никакие варианты. И, в общем, села и связала. Мне нравится, как получается. Так что напишите, пожалуйста, если вам тоже интересен. Время еще до Нового года есть. Сегодня у нас какой 9 декабря. То есть еще вполне можно связать кому-то на подарки такие вот рождественские носочки. И тем более вы можете варьировать цвет. То есть они могут быть и красные, и оранжевые, и какие, в общем-то, хотите взять за основу дизайн. Или такие же связать новогодние с красным цветом. Вот, напишите, мне будет приятно узнать, нравится ли вам то, что у меня получается. Вот, так что план у меня их довязать. Буду ждать от вас комментариев. Если вам будет это интересно, на втором носочке сниму интересные сложные моменты этого носка. Также меня впереди ждет два проекта, два отчета 18 и 20 декабря. Тоже надо подтянуться и продолжить вязать для вязания на выживание, да, для новогоднего выпуска и еще для одного проекта. Так что пока ничего крупного и большого брать не буду. Буду вязать вот такое вот небольшое маленькое. Вот такие мои новости на сегодняшний день. Хочу вам сказать спасибо за слова поддержки, за комментарии под последним видео Тота Лука. Мне было очень приятно почитать. Спасибо за ваши все комплименты, теплые, добрые слова. Я всем очень вам благодарна. Мне очень-очень приятно. Вот. Так что на такой красивой, новогодней, радостной ноте я с вами не прощаюсь. Говорю, до новых видео.